Сегодня в Киров приехал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Но готовиться к этому визиту в городе начали еще на прошлой неделе. Например, некоторые улицы вычистили от снега так хорошо, как не чистили несколько лет. А сегодня утром появилась информация, что не обошлось и без традиционного асфальтирования. Правда, на этот раз каток прошелся не по переезду и люкам, а по ямам на проспекте Строителей. Судя по сообщениям, асфальтировать рабочие начали накануне вечером, а к 7 утра уже все было готово. Не обошлось без шуток. Люди удивлялись, что на ремонт дороги, которая долгое время была разбитой, так быстро нашлись деньги. Многие кировчане пытались отследить прилет премьера с помощью сайта Flight Radar. Всего, как заметили интернет-пользователи, сегодня в Победе приземлились 3 правительственных самолета и 1 борт военно-воздушных сил. В итоге кортеж премьера, в котором были также полпред Бабич, 3 министра и главы нескольких госкорпораций, впечатлил кировчан. Самих же гостей мог удивить житель Кирова, о котором на сайте страницы в соцсети написал один из корреспондентов федерального СМИ. Согласно сообщению, мужчина подошел к дороге из аэропорта и несколько минут делал странное движение руками. На вопрос правоохранителей, что вы делаете, он ответил: «Играю на нано-балалайке». После установления личности житель города был отпущен.